spatele cel care vorbește. Eu îmi spun ți-vă numai. Protest civic, cultural, artistic în fața guvernului pentru că Ministerul Culturii nu mai vrea să găzduiască la Muzeul Zenstrii Centrul Cultural Art Labirint și tot felul de alte grupuri artistico-civice alternative. Și oamenii au ieșit cu demersul, dacă ne alungați de acolo, dați-ne alt loc. Acum și o să citească, probabil, declarație, revendicările. Și sănătoși, cred că îți bucuroși de orice haină. Chiar se întrebe, băi, ce vreți? Ei probabil știu foarte bine ce vrem. Și păstrează tăcerea suverană. Ministrul Culturii și al Învățământului a zis că artiștii trebuie și flămânzi. Bine flămânzi, dar nu în stradă. Nu numai în stradă, se iasă în stradă numai când vor. Есть много организаций, которые занимаются развитием этой области в нашей стране. Многие из них делают это давно, вносят очень существенный вклад, но по причине не продуманной, не построенной системы или каких-то недостатков будь даже законодательства эти организации не получают необходимой поддержки или Давай помогу. Мы расскажем давай, вместе. Давай. Олег поможет. Давайте. Мы расскажем. Смотрите, у нас ситуация такая. В этом месте, в этой локации происходит настолько много разного всего интересного, и при этом это происходит не за счет каких-то бюджетных вливаний денег, то есть налогоплательщиков. Это мы вкладываем свои силы, душу, свои финансы. Занимаются дети спортивным мечевым боем и готовятся к чемпионату мира. Занимаются ребята, у нас появился средневековый музыкальный коллектив. И они репетируют в этих залах. У нас появились средневековые танцевальные коллективы. Мы занимаемся и исторической реконструкцией, и культурными событиями. Ребята расскажут о своих делах. Я вот рассказываю маленький кусочек, но мы все вышли единым фронтом, потому что у нас крайне тяжелая ситуация. Сорвана подготовка к чемпионату мира у детей.
наша детско-юношеская команда готовилась к чемпионату в Минске. У нас готовится к чемпионату, чтобы поехать за свои личные деньги Екатерина Абады, чемпионка мира по средневековым боям. И для нее теперь будет значительно сложнее подготовиться к чемпионату мира в Испании. У нас усложняются планы подготовки средневековых фестивалей, которые мы ежегодно проводим, каждый год. Если вы знаете, есть в Сороках проводится замечательный фестиваль средневековой культуры «Пятая башня» при поддержке премьерии города. Поэтому в данной ситуации как бы нам очень сложно. Не так много, например, клубов, вообще идей, кто занимается реконструкцией средневекового войска Молдавского княжества, периода его основания в 1359 году и непосредственно времен Штефана Челмари. Поэтому мы принесли наши гербы на шлемную фигуру Штефана Челмари, щит Штефана Челмари и так далее. Относительно недавно мы участвовали в съемках фильма, посвященному Штефану Челмари, и весь наш коллектив непосредственно участвовал. Теперь как бы мы на улице. И наша задача сплотиться вместе для того, чтобы решить, чтобы это не вышло на старый уровень, когда мы еле-еле из последних сил пытаемся тянуть это движение, а выйти на новый уровень, чтобы наша страна развивалась. Потому что у нас контакты налажены как бы со всеми странами. Нам помогают ребята из Румынии, из России, Украины, с Европы, Польши и так далее. Поэтому у нас мы хотим это развивать дальше. И мы особо ничего не просим, мы просто просим возможность дать нам дальше это развивать. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, давайте я отвечу. Хочешь по тексту? Не просто пройтись по тексту. Все это происходит в здании музея земства, где сформировался этот культурный центр. Там много организаций. Олег рассказал о своей. И культурная деятельность очень обширная. И сейчас ситуация такова, что мы получили письмо о том, что мы должны уехать. Что мы должны съехать из этого здания. Мы написали официальное письмо министру, где ссылка на него есть на сайте. Мы сделали петицию онлайн для того, чтобы все, кто нас хочет поддержать, могли это сделать. Там все это можно прочитать. И этот протест тоже организован с целью привлечь внимание, чтобы был выполнен ряд требований, наших запросов, которые необходимы нам для дальнейшего развития культуры в нашей стране. Наши требования. До тех пор, пока в 2020 году нету в данном здании, где мы находимся, нету определенного плана на реконструкцию, на реставрацию и прочее, чтобы контракты с нами были продолжены. Письмо о нашей эвакуации, о том, чтобы Арт-Лабиринт и Бастион съехали, чтобы это было аннулировано, были аннулированы эти письма. Если в будущем Министерство культуры планирует реставрацию данного здания, наши требования состоят в том, чтобы этот процесс был происходил с участием в том числе и организаций, которые там присутствуют, которые там проводят деятельность и учитывались их интересы. И чтобы альянс этих организаций, которые на данный момент сформулировал, чтобы он имел право голоса в принятии решений дальнейшей судьбы здания после его реставрации. Также наши требования в случае, если реставрация начинается и невозможно пока на время реставрации нет возможности проводить деятельность, чтобы министерство активно участвовало или даже обеспечило временное пространство для деятельности наших организаций, которые там сейчас действуют, ассоциации организаций. И в целом более стратегическое требование – это формирование диалога на длительный срок, некого механизма диалога между альянсом организаций по развитию альтернативной культуры и независимого искусства и разработка стратегии по развитию данного сектора, который является очень важным. То есть это наши 4 пункта сформулированы, с ними всеми можно познакомиться. И сейчас
Да? Сейчас пришел представитель министра культуры, который приглашает 3-4 активистов, лидеров и прессу для того, чтобы этот диалог, собственно, уже сейчас начался. То есть, судя по всему, мы нас услышали, и мы можем уже начинать первый шаг диалога для того, чтобы у нас была культура. Pentru ce care n-au auzit, reprezentantul este delegat de domnul ministru, să mergem acum în clădire la dialog împreună cu presa să discutăm condițiile de negociere. Ceilalți băieți ne-a contat? Ministrul să știe și poeta. Da, noi venim și cine s-a spus. Suntem aici sau cu ce? Nu, eu zic ce ați spus. Oricum, mâine la 2 e marș prin centru, nu? Da, și toată lumea este invitată la 2 la marș care mâine, va fi sau mâine. Cu bucurie sau iarăși de împotrivă la ceva. Orice ar fi, mâine este parada în oraș, așa că toată lumea e invitată. De la ora 2, de la a venit, am uite, auzim și către centru. Ok, da, noi un minut. Presa lui Șor și a lui Dodon, pajalost.